2 июня певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Евгения Руднева. И с тех пор папарацци ищут доказательства того, что она беременна. В качестве свадебного подарка счастливый муж преподнес жене ресторан. На открытии заведения 54-летняя Буланова ничего не ела, несмотря на то, что стол ломился от деликатесов. Татьяна сослалась на то, что плохо себя чувствует по причине отравления. Но папарацци решили, это очередное доказательство того, что певица в положении.